Татары и башкиры региона отметили Сабантуй. Этот праздник издавна входит в календарь тюркских народов и символизирует окончание весенней страды. На центральной площади выступили творческие коллективы не только Казахстана, но и гости из Республики Татарстан. Ольга Загоруйко подробнее. Несмотря на плохую погоду, как и в прошлом году празднование Сабантуя сопровождает дождь, на центральной площади многолюдно. СНМСС приветствует по-татарски друг друга горожане. Радушие и гостеприимство – это то, чем славится Сабантуй. Он дорог тем, кто ценит традиции. Среди них – участие в спортивных мероприятиях, таких как поднятие гирь и перетягивание каната. Дети от таких развлечений были в восторге. Всех присутствующих от имени акима области поздравила его заместитель Анархан Дюсенова. Она отметила особую важность Сабантуя в объединении представителей разных этносов, проживающих в Казахстане. Зародившись в глубине веков, прекрасный праздник Сабантуй собирает самых разных людей, разных национальностей и культур, способствуя развитию межнационального согласия, воспитанию духа толерантности и единства. Почетным гостем на торжестве стал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков. Он стоял у истоков проведения Сабантуя в Северо-Казахстанской области, является почетным татарином региона. Анатолий Башмаков вручил грамоты тем, кто 25 лет назад принимал участие в основании этнического центра Дуслык. По новой моей должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана мне приходится бывать во всех регионах нашей республики. И я с радостью, с гордостью говорю, что наша Северо-Казахстанская область в этой праздничной, большой, торжественной короне является самым ярким, самым таким многогранным бриллиантом. Мы настоящая лаборатория дружбы народов. Праздничная программа была разнообразной. На сцене выступали гости из разных городов Казахстана. Но самым долгожданным был выход популярной группы «Казаны Гитлера». Зрители подпевали гостям из Татарстана и танцевали. Среди любителей их творчества – танцевальный коллектив татаро-башкирского центра «Дуслык». В их репертуаре несколько номеров, которые исполняют под песни группы «Казаны Гитлера». Трио, кстати, победители различных международных конкурсов. Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам, тем людям, которые этим живут, горят этим. Спасибо вам огромное. То, что не забывайте культуру татарского народа, татарско-башкирского народа. Не забывайте песни, не забывайте игры вот эти вот национальные. Это действительно очень трогательно, это очень вдохновляет. Сабантуй ценен тем, что сохраняет культуру татар и башкир, которая, кстати, имеет общие истоки с казахской. Похожи даже некоторые слова в их лексике, поэтому представители этих народов могут достаточно легко общаться между собой без переводчика. Праздник это национальный. Дай Бог всем здоровья и благополучия нашей жизни. Я не татарин, я русский, но очень хорошо. Я поздравляю всех татар, абсолютно всех поздравляю с таким веселым, хорошим праздником. Масштабное празднование Сабантуя на центральной площади еще раз доказало, что в Казахстане обеспечивают равные права для представителей всех национальностей. В нашем регионе действует 127 этнокультурных центров, которые возрождают народные традиции и воспитывают любовь к родному краю. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.